Сегодня 27 августа 2020 года. И я по всяким делам ходила и немножко задержалась до вечера, чтобы погулять. Так. На набережной весело, народа много, ветерочек прохладный, не жарко. На горках катаются. Там появилась еще одна карусель. С 1 по 4 сентября здесь какой-то будет праздник или концерт, или еще что-то. Я даже не поняла сцену. Сцену вон там монтируют. Надо будет прийти посмотреть. А то все у меня какие-то дела. Никаких праздников. Ну вот ведь сейчас научились аттракционы эти все ставить так, что они не мешают. А раньше так ставили, что ни море не видать. А сейчас и море видно, и посидеть можно, и простор есть. А это шарики такие красивые очень продают. Каруселька для маленьких. Это, видимо, каруселька для более старших. Да, детям весело. Я думаю, родителям их не очень, потому что все дорого. Дети, когда были маленькие, на таких катались. Я была маленькая, таких машинок не было. Вот еще какая каруселька. Вертолетики. Да, в Ялте вечный праздник.
праздники тоже надоедают, если они каждый день. Поэтому я не каждый день сюда хожу. Ой, какой паровозик чудный. И один ребеночек на нем едет. Так, ну все, товарищи. Мне надо домой идти. А песенки-то еще, наверное, 40-летней давности. Да, уходить не хочется, но надо идти. Если бы знал, я бы сюда попал. А держи.